столичных университетах регулярно проходят первенства по разным видам спорта. Не является исключением и интернациональный вуз – Российский университет дружбы народов. Здесь проходит свой чемпионат мира по футболу, участники которого – студенты из различных стран, объединенные одной общей страстью – игрой в футбол. Наша задача – провести именно чемпионат мира, чтобы разные команды различных стран могли посмотреть уровень с одной стороны друг друга, с другой стороны поучаствовать в игре и, естественно, чтобы получили удовольствие и с третьей стороны это пропаганда здорового образа жизни. В финале турнира, а проходит он уже 11-й год подряд, сразились команды из далеких жарких стран – Камеруна и Нигерии. 3 года назад соперники уже встречались на том же футбольном поле. Тогда победа досталась команде Камеруна. Чья сторона возьмет на этот раз, предугадать было сложно. Камерун и Нигерия трудно было предсказать, потому что обе команды сильные. И еще есть момент и удачи, и везения, и собранности во время игры. И много других факторов. Но в данном случае мы не могли точно сказать, кто из команд, какая из команд победила. Игра шла с переменным успехом, ведь силы команд практически равны. Все решил счастливый случай. Он оказался на стороне нигерийцев. В этом году, когда мы еще раз встретились в финал, мы решили там играть во все силы, все там с души, чтобы так получилось, вот такая победа. По словам капитана команды, весь летний период студенты готовились к финалу. И вот долгожданная победа. Еще одна страничка в летописи спортивной жизни Университета дружбы народов.